На улице жарко и солнечно, и такая погода, по прогнозам синоптиков, простоит еще эту и следующую неделю. Так что вполне объяснимо, что отдыхающие стремятся найти спасение от духоты и палящего солнца у реки. Однако жаркая погода приводит и к трагедиям. За последние две недели в Архангельской области в разы выросло число утонувших. Статистика просто ужасает, причем на воде гибнут и взрослые, и дети. Так, в частности, за неделю было трое детей утонувших. Это 22 июля в Пинниге. Девочка 2007 года рождения, причем была мама рядом, не доглядела. В этот же день в Онеге утонул 16-летний подросток. Погиб на воде в Вельском районе 12-летний ребенок. Тоже ситуация. Мама переходила с двумя детьми через речку Вагу. Попали в омут. Вот одного мальчика она успела вытащить, но один мальчик, к сожалению, утонул. А потому во избежание подобных трагедий родителям, которые отдыхают на реках и озерах с детишками, нужно быть очень внимательными, не оставлять детей без присмотра и обязательно соблюдать правила поведения на воде. Учитывая, что у нас река не очень большое течение, сильное, и без присмотра детей ни в коем случае нельзя оставлять одних на берегу. Напоминаем, что берег Двины у Серебряного дождя – единственное в городе официальное место отдыха у воды. И поскольку ее пробы не соответствуют требованиям, то, пожалуй, лучше всего тем, кто хочет в жару получить свои водные процедуры, воспользоваться установленным на территории пляжа душем с прохладной и чистой водой.